Если ты, например, поработать спешил, предположим, построил свой дом. В голове твои планы, а в руках много сил. Все успехи приходят с трудом. И представь, что твой план был испытан судьбой. Все дороги, пути замело. И задачи твои все идут за тобой. Их понять, осознать тяжело. Твой построенный дом оказался не тем, что в мечтах ты себе рисовал. Ночью холодно в нем, и немало проблем. Ты не можешь забыть, как сказал. И железной стеной возникает вопрос, что же делать и как дальше жить. И в какой-то момент ты решаешь всерьез всю негодную стройку разбить. Но разбитая вновь невозможно создать, боль придет от разбитых сердец. Свое место ты можешь легко потерять, понимаешь ты все, наконец. Твой построенный дом, он хорош или плох, он стоит, существует, живет. Ты создатель его, и оценит лишь Бог, когда к сроку предъявит там счет. Ты создатель его, и оценит лишь Бог, когда к сроку предъявит там счет.